Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна Федорова. И сегодня я вам покажу, как можно посеять цинии, вот эти великолепные изящные цветы, с помощью кипятка, так называемым горячим методом. Вот, очень интересный способ. Я выбрала цинии изящная Италия и цинии изящная Павлин. Я их просто смешаю вместе, так как я хочу, чтобы и красные, и белые, и фиолетовые, и зелененькие были у меня. И получится такая у нас смесь. Так. Заодно посмотрим, сколько же там семян в такой пачке. Вот. Так, это у нас павлин. Вот столько семян получается. Пакетика здесь нету отдельного внутри с семенами. Семена находятся просто в пачке. Поэтому как бы не порезать их. И тут столько же. Вот я их вместе все перемешаю. Получится у меня своя смесь. Здесь у меня уже подготовлена маленькая тепличка. Воду я, земельку вернее, полила водой уже, она влажная. Просто так вот сверху по поверхности разложу наши семянки. Прошлым летом я цинию наблюдала. Такая уж эта красота. Раньше как-то я не обращала внимания на цинии. А вот присмотрелась, такая уж у них короночка внутри цветочка. Такое изящество придает цветку. Настолько они неприхотливые, так долго цветут, обильно цветут, просты в обиходе, яркие окраски, очень такие разнообразные сейчас, и ростиком они разные, кому нужно высокие, высокие есть, кому низкие есть, низенькие цинии лилипут, ну все, наверное, семянки я сюда выложу, вот так, чтобы равномерно более-менее было. Не очень равномерно, но ничего. Так. Вот что получается. Вот, а сверху я полью их кипятком. Вот чайник только что вскипел. Еще буквально кипяток там. Как получится вот так вот. Вот. Не очень сильно, потому что мокро уж больно будет. А теперь крышку надо закрыть. И так поставить их на полочку. Вот пара, что видите, сразу запотевает пар. Они начнут очень быстро прорастать.